Режим самоизоляции для уральцев старше 65 и людей с хроническими заболеваниями продлен еще на неделю. Соответствующий указ издал губернатор Евгений Куйвышев. Заболевших коронавирусом в Первоуральске сегодня не выявлено. В выходные, напротив, зарегистрировано 9 случаев заражения. Таким образом, в нашем городе насчитывается 760 жителей, которым с начала пандемии поставлен опасный диагноз. На Среднем Урале 146 новых заболевших COVID-19, смертельных случаев не зафиксировано. Диагноз подтвержден у жителей 20 муниципалитетов, в их числе соседние с нами – Ревда и Екатеринбург. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции – почти 29 тысяч. Из больниц выписали без малого 22 тысячи жителей Среднего Урала, 70 из них – за последние сутки.